Всем привет! В этом видео я расскажу, как можно стейкать ваши монеты Aleo под 25% годовых. Но нужно понимать то, что любые операции с монетами несут под собой определенные риски. И для того, чтобы их максимально снизить, я буду все показывать через официальный сайт. Буду пользоваться только теми ресурсами, которые представлены на сайте aleo.org. И тем самым к концу видео вы сможете сделать выводы, стоит вам этим заниматься или нет, потому что есть еще определенные моменты, например, стоимость комиссии, которые вы также должны будете посмотреть в этом видео, чтобы принять окончательное решение. А перед началом видео за всех подписаться на YouTube и Telegram канал. У меня есть два Telegram канала, один по майнингу, а другой по криптоактивностям, где мы добываем монеты бесплатно и продаем их на листинге. Все ссылки оставлю в описании, обязательно присоединяйтесь. Новейшее оборудование, которое представлено на канале, я покупаю в компании Mining Center, это крупнейший поставщик в СНГ. У них есть свой крупнейший Telegram канал, крупный чат, где вы сможете пообщаться про оборудование, свой сайт и YouTube канал. При заказе оборудования вы можете спросить скидку, указав, что узнали о компании Mining Center через канал USM Fox. Все ссылки оставлю в описании к видео. Обязательно присоединяйтесь. Нашей отправной точкой будет сайт aleo.org. Для того, чтобы максимально все было безопасно, будем пользоваться только теми ссылками, которые нам предоставляет официальный сайт Aleo, для того, чтобы наш стейкинг был максимально безопасным. Здесь переходим вот в эту вкладку Discover, здесь Ecosystem. Здесь листаем пониже и видим вот приложения, которые представлены на официальном сайте. Это вот различные кошельки и инфраструктуры. И для того, чтобы нам застейкать, мы воспользуемся официальным стейкинг-порталом staking.hus, вот этим вот, который представлен на официальном сайте, и воспользуемся кошельком. Воспользуемся кошельком Puzzle Wallet, потому что сайт staking.hus работает только с двумя кошельками. Это с Puzzle Wallet и Leo Wallet. Но Leo кошелек очень глючный, тормозной, плохо синхронизируется, поэтому воспользуемся кошельком Puzzle. Он тоже не идеален, но лучше. Также для того, чтобы вам стейкать Aleo, вам нужны сами монеты Aleo. Вы можете их, соответственно, майнить или купить. Если будете покупать, то можно купить их на бирже MEXC. Здесь можно будет без подтверждения личности их закупить. Если вас нет на данной бирже, то можете зарегистрироваться на ней по ссылке в описании к видео и поддержать канал. Заранее спасибо. Скачиваем кошелек Puzzle Wallet. Нажимаем «Скачать». И нажимаем «Установить». Установить расширение. Здесь необходимо создать новый кошелек или импортировать уже существующий. Подходит сид-фраза с Fox Wallet, с Leo Wallet. Если вы уже до этого создавали, то можете просто сюда заимпортироваться. Если же нет, то нажимаете «Создать новый кошелек» и записываете 12 слов и никому их не показываете, чтобы в будущем никто не получил доступ к вашим деньгам, а саму фразу выписываете на листочек. Импортирую уже имеющийся у меня кошелек. И по итогу получаем то, что у нас все работает. Вот я заимпортировал кошелек, и тем самым у меня отобразились монеты. Следующим шагом необходимо выбрать, как мы будем стейкать монеты. Стейкать монеты можно по-разному. Например, через Fox Wallet прям можно это делать, через сервис Beta Staking. Но дело в том, что здесь на сайте Aleo нет упоминания о сервисе Beta Staking, поэтому я не хочу его использовать. Но здесь есть упоминание о сервисе staking.hus. Написано, что это официальный Aleo Staking портал. Поэтому давайте работать с ним, раз он официальный, значит, безопаснее. Нажимаю «Подсоединить кошелек», соглашаемся, нажимаем «Puzzle», нажимаю «Puzzle», вот, нажимаем «Accept». Вот видите, я присоединил Puzzle кошелек. И здесь у меня доступно 7,4 Aleo для стейкинга. Здесь у нас есть два вида стейкинга: нативный стейкинг и ликвидный стейкинг. В
В случае ликвидного стейкинга нас с вами должны будут взамен дать какую-то монету как доказательство того, что мы застейкали. Проценты здесь при этом пишутся одинаковые. Несмотря на то, что мы имеем на выходе одинаковые проценты, здесь есть самое главное отличие. Это, если мы хотим застейкать какое-то количество монет, то в случае нативного стейкинга мы имеем комиссии ниже. Вот смотрите. Здесь мы имеем комиссия 47 сотых, а вот здесь мы имеем комиссии 18 сотых. Но в случае нативного стейкинга нужно носить от 10 тысяч алео. Поэтому этот вариант подойдет не всем. Давайте я застейкаю пару монет и посмотрим, как это работает. Смотрим внимательно. Стоимость транзакции 0,47 сотых алео. Это значит то, что если вы закладываете маленькую сумму, как я, то это максимально невыгодно. Нужно закладывать сумму побольше. Сами понимаете, нужно будет отдать 47 сотых алео, они должны будут окупиться. Следующий момент, то что вы получаете награду 28% годовых, но при этом, когда вы получите награду 28% годовых, вы будете отдавать примерно 10% от вашего вознаграждения. То есть реальная доходность будет примерно 25%, да? Потому что с этой доходности нужно будет вычесть еще 10%. Получается примерно 25%. И за вот эти вот действия нам дадут с вами 1,97 монеты P Aleo. Это будет доказательством того, что мы застейкались. И после того, как вы захотите монеты вывести из стейкинга, то в таком случае нужно будет после этого подождать еще 3 дня. Это имеется в виду. То есть свои деньги, когда вы захотите выйти из стейкинга, вы получите не сразу. А подождать надо будет около 3 дней. Понимаю, что данные действия для меня конкретно максимально невыгодны, но для того, чтобы показать вам, как это работает, я зайду вот на 3 алео. И нажимаю «Стейк». Нажимаю «Подтвердить». Здесь на вашем кошельке, вот спустя сколько там, несколько секунд, появится вот Activity, да? Здесь цифра 1 появится. Вот нужно будет здесь вот нажать вот сюда на Request и подтвердить вот эти вот действия. Нажимаем Accept. Отлично, написано то, что все окей. И все это заработает в течение 2-3 минут. Нажимаем View Activity. Сейчас ждем 2-3 минуты. Сейчас перезапустил браузер, что-то у меня перестало это все работать. Хотел просто обновить страницу, но не получилось. Вот браузер перезапустил, все отлично. Тем самым я опять законнектился. Мы видим то, что у меня на кошельке появились монеты Pondo Aleo LST, и по сути это доказательство того, что я зашел в стейкинг. И когда я буду выходить из стейкинга, я эти монеты отдам обратно вот в этот сервис и взамен получу Aleo свои вложенные плюс накапавший процент. Здесь такая хитрая схема. Для того, чтобы увидеть, что вы застейкали, нажимаете на крестик. И появляемся на таком менюшке. Написано то, что мы застейкали вот столько-то алео, и наши дневные вознаграждения вот столько-то алео. И для того, чтобы нам выйти из стейкинга, мы нажимаем кнопочку Unstake. Здесь вводим сумму выхода. Нам говорят то, что нам вернут такое-то количество алео обратно. И здесь нам предупреждают то, что деньги вернутся примерно через 3 дня, не сразу. После того, как вы нажмете кнопку Unstake, надо будет еще 3 дня подождать. И опять надо будет отдать комиссию в 53 сотых алео. То есть для того, чтобы нам пройти весь путь стейкинга, то есть застейкать и вывести обратно, необходимо будет отдать примерно одну монету алео, даже чуть больше. Это учитывайте в своей стратегии, чтобы не оказаться в минусе. Это значит то, что если вы вкладываете маленькие балансы, то в таком случае можете их не окупить.
Также есть кнопка «Мгновенный выход», чтобы не ждать 3 дня. Но в таком случае нужно будет отдать, кстати говоря, всего лишь 0,54 алео. Так, 0,53, по-другому 0,54. Даже, может быть, есть смысл сразу отдать на 0,01 алео больше и выйти сразу и не ждать 3 дня. Вот такие вот моменты. Продолжаю снимать видео. Уже настало утро, почти обед. И у меня было, как вы помните, 2.99 алео. Из-за того, что там какая-то комиссия небольшая списалась, видимо. А стало уже 3 алео. Значит, мой застейканный баланс увеличивается. Значит, что стейкинг все-таки работает. И теперь, например, вы стейкаете и передумали стейкать. Хотите выйти от этого всего? Нажимаем Unstake. Здесь выбираю всю сумму. И написано, что мне все это вернется на баланс в течение 3 дней. Но если мы ползунок вот сюда передвигаем, то у нас увеличивается комиссия на 0,01, и все это происходит мгновенно. Для того, чтобы не затягивать видео, давайте нажму, чтобы мгновенно все это ушло, проверим, как это работает. Нажимаю Unstake. Нажимаем подтвердить. Теперь надо перейти в кошелек и здесь вот нажать Accept. Написано ждать 2-3 минуты. Ну все. Ждем, чуть позже продолжу видео. Получается, у меня должны будут пропасть с кошелька вот эти Pondo Aleo LST и появиться обратно на балансе вот эти монеты Aleo. Прошло примерно полчаса, я вот обновляю здесь, вижу то, что доступно также около 4 Aleo. Потом захожу в кошелек. И вижу то, что мне Aleo до сих пор не вернулись, казалось бы. Решил скопировать адрес, посмотреть в Explorer'е, как обстоят дела. Вот, зашел на сайт aleo123io. Здесь вот в поиске ввел свой адрес кошелька. И вижу то, что проводник мне показывает то, что у меня Aleo вернулись. Подозреваю то, что нужно перезапустить браузер, и тогда они отобразятся в кошельке. Так и случилось. Я перезапустил браузер, и вот видите, у меня на счету 6.36 монет Aleo. Перешел на сайт staking.huz. Видим то, что доступный баланс изменился также после перезапуска браузера. Вот таким вот образом и работает стейкинг монеты Aleo. Главные выводы, которые нужно сделать, это то, что комиссия за весь процесс составляет в районе одной монеты, в районе 400 рублей. Это нужно учитывать, если вы закладываете маленький баланс. И в таком случае вы можете просто не окупиться, учитывая то, что проценты по стейкингу, вероятно, будут падать, потому что все больше людей заходит в стейкинг. Второй момент, который мне не нравится, это то, что Aleo работает как-то сыро. Это, например, то, что официальный кошелек Leo Wallet плохо синхронизируется. То, что когда я пользуюсь этим кошельком Puzzle Wallet, у меня постоянно необходимо что-то браузер перезапускать. Да и в целом, даже когда запускали основную сеть, об этом не было анонсов, только потом был анонс. В общем, все работает здесь очень странно и кое-как. Поэтому, занимаясь стейкингом, вы также должны принимать на себя все эти риски. То, что сеть сырая. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на YouTube и Telegram-каналы. Напомню, у меня есть 2 Telegram-канала по майнингу и по криптоактивностям. Все ссылки оставлю в описании. Обязательно присоединяйтесь.